Guys, you can also download a PDF lesson with all the phrases from this video. A link to that lesson is in the description below the video. Привет, друзья! Вы помните, что в предыдущем влоге мы с Димой поехали праздновать мой день рождения? В конце видео мы сели в такси. Давайте посмотрим на нашу дорогу. Это спортивный комплекс «Надежда» и новый микрорайон. Мы проезжаем мимо спортивного комплекса и нового микрорайона. Мы остановились на перекрестке, потому что нам красный свет. Мы поехали по маленькой улочке, где много деревьев. Это бизнес-центр, очень дорогой отель и очень дорогой ресторан. Сейчас мы поворачиваем на центральный проспект, который называется проспект Ленина. Мы поехали уже вечером, поэтому вы можете видеть наш вечерний Челябинск. Вечер очень теплый, поэтому многие люди гуляют, катаются на самокатах и на велосипедах. И, наконец, мы приехали на мой любимый белый рынок.